Всем привет! В эфире ЛРТ, программа «Ровесники». Я Ольга Чуканова. Сегодня расскажу вам об очень модном и современном виде спорта. Итак, тема сегодняшнего эфира – большой теннис. Вначале в этой игре мяч отбивали рукой, затем появились перчатки, биты и, наконец, в 16 веке – ракетки и сетки. На протяжении большей части своей истории теннис считался игрой избранных. Малое количество участников матча и ограниченное пространство для зрителей не позволили ему стать по-настоящему народным развлечением. Отношение к игре изменилось в 1899 году, когда у 4 студентов Гарвардского университета зародилась идея проведения теннисного турнира, в котором участвуют национальные сборные команды. Один из них, Дуайт Дэвис, разработал схему проведения турнира и купил на собственные деньги приз для победителя – серебряный кубок. Первый турнир состоялся в 1900 году, и в нем приняли участие сборные США и Великобритании. С тех пор турнир проводится каждый год, а после смерти Дэвиса он получил название «Кубок Дэвиса» и сейчас является популярным ежегодным событием. Сегодня теннис является олимпийским видом спорта, а это значит, что существует огромное количество специализированных школ. Одна из таких есть и в Люберцах. В спортивном комплексе Подмосковья воспитывают настоящих чемпионов. Об одном из них вы узнаете из следующего блока нашей программы. Дмитрий Воронин занимается теннисом большую часть своей жизни. Сейчас молодому человеку 15 лет. Впервые ракетку он взял в руки, когда ему было всего 6. За 9 лет Дима прошел большой путь от начинающего игрока до перспективного, подающего надежды спортсмена. Когда мне было 9-10, я играл всероссийские турниры. На Московскую область играл, в Люберцах здесь играл. А потом уже, когда 12 было, начал международно играть. На международных, на теннис Европ первой категории, занял второе место на Кубке Кремля. Но это лучший результат. Дмитрий Воронин сегодня входит в десятку лучших теннисистов России в юниорском рейтинге. Добиться таких успехов молодому спортсмену помог тренер Алексей Ландин, который всегда находится рядом со своим подопечным и вкладывает в него буквально всю душу. Когда играешь сам, кажется, что это здорово, интересно. А когда играет твой воспитанник, ты как бы тоже понимаешь, что это важно для тебя, что ты получил какой-то результат своей работы. Тренерская работа очень сложная, и, естественно, ты психологически участвуешь в процессе игры, конечно. Переживаешь, волнуешься, там, ругаешь или, наоборот, хвалишь его. То есть практически играешь вместе с ним матч. О том, как начинающему спортсмену выбрать подходящий инвентарь, вы узнаете из следующего блока программы «Ровесники». Уважаемые зрители, если вы решили в будущем попробовать заниматься теннисом, мы сейчас вам расскажем пару основных моментов, которые будут для вас важны. Значит, первый момент, прежде всего, вы должны решить, где вы будете заниматься, соответственно, подобрать необходимый и удобный для вас теннисный клуб, который находится в пределах того района, где вы живете. Значит, дальше, если вы познакомились с тренером и у вас нет теннисной ракетки, с моей помощью и с помощью вашего тренера вы ее должны будете подобрать. Значит, есть, обратите внимание, взрослая теннисная ракетка, да, и есть детская теннисная ракетка. То есть, соответственно, если вы взрослый, вам необходима большая ракетка более тяжелым весом. Если у вас детский возраст, вот это, в частности, ракетка от 5 лет для 5-летнего ребенка. То есть, чтобы не получилось у вас, что вы взрослый игрок, да, взяли себе детскую теннисную маленькую ракеточку. На выбор ракетки – это первый ваш шаг в теннисной карьере, либо вас, либо вашего ребенка. Следующий момент. Мы покажем вам небольшой урок ударов справа-слева. Он, наверное, у вас будет первым и базовым. Дим, подойди, пожалуйста. Первый момент. Важное положение – это исходное положение теннисиста. Ракеточка перед собой находится, плечи расправлены, ноги параллельно стоят. Удар справа. Ракетка отводится на уровне плеча назад и точка удара перед собой. Под мяч ракетка выполняется ударное движение наверх. Это мы вам показали удар справа. Удар слева двумя руками. Из исходного положения отводим ракетку на уровне плеч назад. Разворачиваем корпус, разворачиваем плечи.
и под мяч наверх выполняем ударное движение. Сейчас мы вам показали основные удары в теннисе, которые выполняются с задней линии. Это удар справа с отскока и удар слева с отскока двумя руками. Вот с этого, наверное, начинается у вас первый урок. Если вы хотите научиться играть в большой теннис, то тренеры спортивного комплекса Подмосковья всегда готовы прийти на помощь. И тем, кто только делает свои первые шаги в большом спорте, и тем, кто просто хочет научиться отбивать мяч. Вы смотрели программу «Ровесники». Всего доброго и до новых встреч в эфире.